Я прекрасно помню то время, когда, находясь в найме, я находилась под прессингом работы и неприветствия больничных. И мне пришлось сделать нелегкий выбор, потому что вот эти извечные терзания, работа, семья, это было очень сложно. Нелегкий выбор в том плане, что я работу же тоже любила свою, но я выбрала семью. Но я такой человек, что я не могу сидеть просто дома и ничем не заниматься. И я начала искать другие варианты, утешая себя тем, что может меньше нагрузка, а значит и время для семьи появится. Но все пошло опять же по другим планам, и у нас появился второй малыш, потом третий малыш, а уже с тремя детками искать работу. Я даже подумать об этом боялась, помня свой первый опыт, помня ту боль, терзание, я точно такого не хотела. И вот здесь пришло на выручку, можно сказать, онлайн. Но это опять же было непросто, потому что мой мозг, он бастовал, как же, откуда деньги в интернете, как их можно зарабатывать. И скорее всего, когда это делаешь в одиночку, это очень сложно. Но когда тебе в буквальном смысле ведут за руку и шаг за шагом все показывают, это совершенно другой вариант. Когда ты имеешь развитие, когда ты видишь результат, ты в восторге от того, чем ты занимаешься. И самое главное, для меня самое главное, что я рядом со своей семьей. И те самые больничные, которые меня когда-то пугали, они сейчас мне просто не нужны. Ну и здоровье у нас куда лучше стало. И я вот вспоминаю, когда я была на утреннике у сынишки своего, как пронзила меня боль от тех воспоминаний, что у старшей дочери я ни разу не была на утреннике. Но вот так складывалось обстоятельство, что я обязательно нужна на работе была. И сейчас это совершенно другое время. Время, когда я сама планирую свой рабочий график, с кем быть, с кем работать, как мне развиваться. И в то же время я имею и собственное развитие, я имею собственный род, я строю собственный бизнес, и я вместе со своей семьей. Мы сейчас с вами находимся на сервисе, где у нас собрана необходимая статистика по работе скрипта. То есть, сколько было выполнено операций за день, и не только за день, за различные периоды времени, и сколько было заработано денег. Сейчас я вам покажу, как эта статистика работает, и расскажу вам обо всем подробнее. Как видите, здесь есть и другие разделы, о которых вы можете подчеркнуть информацию в видеоуроках. Там все детально расписано. Ну вот, давайте посмотрим статистику за сегодняшний день, это вкладка «За сегодня». И здесь перед нами все операции, которые были произведены скриптом за сегодняшний день. Я прошу заметить, что день еще не закончился. Итак, было выполнено 14 подтвержденных операций. И заработана сумма 4800 рублей. Причем напоминаю, что сегодняшний день еще не закончился. Дальше, чтобы нам посмотреть другую информацию, для этого перейдем в папку «За вчера». Для этого достаточно просто кликнуть на нее. И вот перед нами отображена статистика работы скрипта за вчерашний день. Здесь 21 подтвержденная операция. И это уже другая сумма, это 7140 рублей. Эта сумма была заработана при помощи скрипта, который работает в автономном режиме. И я в принципе ничего не делаю, как и все остальные владельцы скриптов. Посмотрим с вами еще и другую статистику. Вот за неделю, например. Откроем папку «За неделю». И вот перед нами открылась таблица статистики за прошедшую неделю. Можно видеть, что 10 числа была совершена 21 подтвержденная операция. Есть и неподтвержденные операции, они возникают по каким-то ошибкам. То есть люди могут не оплатить, могут просто быть ложные операции, которые не проходят. В принципе, это не так печально. Как вы видите, цифры реальные. И вот у нас 10 числа. Заработано 7140 рублей. А 9 числа это 5582 рубля. 8 числа чуть меньше, почти 3000 рублей. 7 скрипт хорошо отработал и принес 9000 рублей. 6 5877.
5-го 4800. 4-го 7228 рублей. И общая сумма это 42 497 рублей. Эта сумма была заработана скриптом за прошедшую неделю в автоматическом режиме. Ну что же, это у нас статистика за неделю. Теперь давайте посмотрим статистику за месяц. Если мы откроем текущий месяц, а у нас текущий месяц май, видим тут такую таблицу, так как месяц еще не закончен. Сегодня 11 число, и в этом месяце скрипт отработал всего 11 дней. И было заработано за этот период 59 920 рублей. А теперь давайте посмотрим статистику за предыдущий месяц, допустим, будем смотреть месяц апрель. С 01-го 4-го месяца. И по 30-е число за 30 дней. Откроем статистику и увидим, сколько было выполнено операций и сколько денег было заработано за предыдущий месяц. И здесь мы увидим совершенно другую картину. Это у нас месяц апрель. Вот такая вот детальная статистика, очень удобная. Здесь можно подробно посмотреть всю информацию. На сервере может храниться информация и за год, хотя она нам не нужна. Давайте посмотрим итоговую сумму за апрель. Это 170 114 рублей. И это, напомню, сумма заработана на этом компьютере, на этом скрипте. Вы можете установить и больше скриптов на свои компьютеры, если у вас таковые имеются. То есть сумма достаточно неплохая. Как видим, это 451 совершенная операция за месяц. Это очень хороший результат. Ну и в принципе здесь все понятно. Я решил вам показать эту статистику. Потому что, в принципе, показывать вам какие-то кошельки, а на кошельки выводятся деньги с этого сайта. Некоторые наши владельцы выводят свои деньги на карты. Но смысла нет показывать скриншоты этих кошельков. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту всю статистику, эти цифры. Вы можете остановить видео и просчитать сами эти суммы и цифры. Но главное, что вся эта статистика реальная. То есть нам нет смысла обманывать вас. И важно, чтобы вы сами убедились, что все это работает. А сейчас я попрошу внимательно ознакомиться со всей информацией на этом сайте. Там достаточно глубоко подана информация о нашей работе. Там рассказано, как работает этот скрипт, и суть этого скрипта. Мы ничего не скрываем, поэтому если вы хотите знать, как это все работает, вы можете все это посмотреть и изучить очень внимательно. У вас займет это не более 50 минут. И уже сегодня вы сможете зарабатывать свои 5000 рублей. И это будет минимум. Итак, друзья, я желаю вам удачи. Всем привет, меня зовут Катя, мне 22 года, я расскажу вам, как все получилось у меня. Несколько месяцев назад получила письмо по электронной почте. Решила, что это все неправда и не по-настоящему. Я вообще не верила в возможность заработка через интернет. Ну, в этом ничего такого не было. Я попробовала, и на самом деле за первый месяц я заработала порядка 35 тысяч. Сейчас уже вышла немножко на другой уровень, так как то был, ну, какой-то пробный момент. Сейчас в среднем в день я зарабатываю 1200 рублей. Ничего особенного делать здесь не нужно, и ничего страшного в этом нет. И это действительно так, и это действительно работает. Так что я бы рекомендовала вам, попробуйте, посмотрите, просто разберитесь. И на самом деле стоит попробовать